Соответствие стандартам несения службы, обязательные условия эффективной работы правоохранительных органов. Личный состав полиции и активистов города собрали для прохождения строевого осмотра. Сотрудников полиции проинформировали о криминогенной ситуации в городе. Руководители подразделений проверили экипировку и оснащение своих подчиненных. Владение боевыми приемами также входит в обязательные умения защитников правопорядка. Задержание нарушителей часто сопровождается применением физической силы. Уровень подготовки и оснащения полицейских высоко оценил глава города. Стражи порядка Десногорска в состоянии обеспечить должный уровень безопасности в городе. Совместный инструктаж мы проводим раз в квартал, чтобы наши жители города знали, что сотрудники полиции всегда находятся на страже и днем, и ночью, и готовы оказать им помощь и содействие в любых их проблемах, а также при возможности их решить. В завершении смотра были поставлены цели и задачи на ближайшее дежурство. Олег Соловьев, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.